Ранним утром бригада скорой помощи приехала с последнего адреса. Рабочий день врача Абдулазима Саидова начался сутки назад. За смену в среднем бывает около 15 вызовов. Самые сложные, когда человека находят на улице без сознания, и он не может объяснить, что случилось, говорит врач. Может, он сам упал, или он пьяный, или сознание просто потерял на фоне инфаркта или инсульта, или сахарный диабет у больного. Как правило, все необходимое для помощи у бригады заготовлено заранее. Также помогают знания и опыт. Абдулазим работает врачом около 4 лет. В Одинцово приехал из Дагестана. И за год проявил себя как лучший врач скорой помощи. Доктор, он грамотный, потом он внимательный, отзывчивый, трудолюбивый. И когда он разговаривает с пациентами, потому что для пациента даже важно, как ты с ним разговариваешь, вот, как ты обращаешься, как ты задаешь вопросы, спрашиваешь про жалобы. В течение года пациентов после посещения бригады скорой опрашивала робот Светлана. По результатам этих оценок Абдулазим Саидов и получил высшие баллы. Говорит, такое доверие стало неожиданностью. Вместе с коллегами он просто выполняет свою работу. Вспоминает, особенно тяжело было во время пандемии. Тяжелые бывали когда-то во время ковида, зимой. Болит неделю-две, дома амбулаторно лечится, не помогают, потом вызывают, когда уже одышка, отек легких начинается. Вот тогда сложно, там уже по часам идет время, чтобы больного сразу в реанимацию отвезти. В таких ситуациях важно не паниковать. Скорее всего, именно доброе обращение и умение успокоить помогает пациентам. А пока врач торопится домой, к семье, чтобы отдохнуть. И через 2 дня вновь заступить на смену и спасать жизни. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».